Вот уже 50 лет на территории Лазаревского района курорта работает детская школа искусств. Были времена, когда о школе мало кто слышал за пределами города, когда была большая текучка кадров, когда не хватало специалистов. Сейчас в школе работают квалифицированные преподаватели, делают свои первые шаги в искусство юные ученики. В школе помимо учебной программы проходит множество конкурсов и выставок. И все это благодаря директору Марине Лумидзе, которая на руководящей должности более 15 лет. А когда-то она сама была ученицей этой школы. Когда-то школа с контингентом 60 человек была открыта в поселке Лазаревское в 1965 году. И вот прошло 50 лет, и мы стали такие большие, нас уже 635. В школе 9 отделений, 14 творческих коллективов, работает 52 высокопрофессиональных преподавателя. Каждый год один или два учащихся становятся стипендиатами губернатора Краснодарского края, стипендиатами главы города Сочи. С каждым годом растет известность и популярность школы. Педагоги и дети активно участвуют во всех городских мероприятиях, всероссийских и международных конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня. Мы очень много уже выступали в разных местах, в том числе и на Паралимпиаде. Мы работали по трем номерам, несколько песен долго учили, подбирали. За время существования школа подготовила более 3000 выпускников, многие из которых стали профессиональными музыкантами. Получено очень много поздравлений как с нашего города Сочи, Краснодарского края, стран ближнего и дальнего зарубежья. Выпускники школы, детской школы искусств и работают и во Франции, и очень многих уголках нашей необъятной России. Большой профессиональный творческий коллектив. Это их заслуга. И сегодня рукоплещет им, конечно же, весь город Сочи. На сцене вместе с учащимися школы выступали и преподаватели. Они отмечают, что в последнее время значительно вырос интерес детей к занятиям на скрипке. И сейчас это один из самых популярных музыкальных инструментов. В этом году у нас очень большой выпуск. 10 человек. Это для нас много. Вот. И сейчас в последнее время наблюдается вообще, дети приходят именно на скрипку. Если вот раньше как-то 3-4 человека, а сейчас даже до 10 человек, это очень даже хороший показатель. К 50-летию школе подарили новый рояль. Вообще же отчетный концерт прошел с грандиозным успехом при полном аншлаге. Таких концертов будет еще много. Для этого есть силы, возможности и, самое главное, талантливые воспитанники. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.